Это налунный пейзаж. На самом деле крупный нелегальный песчаный карьер в Подмосковье. Экологи обнаружили его у деревни Обухово. Подождите, пожалуйста, руки уберите от меня. Руки уберите. Шлагбаум, пропускной пункт и круглосуточная охрана. Где хозяева? А кто хозяева был? На какой они машине были? Они сейчас уехали? Уехали, да. На въезде вереница самосвалов. Водители ждут погрузки. Что вы возите на машине на этой? Я еще не возил это. Вообще, что вы возите? Выехал. Что вы вообще возите? Я еще не работал. Песок возите? Да. Песок возите? Наверное, я не знаю. Судя по объемам добываемого песка, заправляют здесь даже не генералы, а маршалы песчаных карьеров. Со спутника хорошо видно. Так территория выглядела еще недавно. Леса и луга, а сейчас пустыня. И она все увеличивается. Здесь были поля, сельхозугодья, а теперь превратили в барханы, видите, песчаные карьеры, вот, незаконно разрабатывают. Рейдеры захватили сельхозпредприятия, и вместо того, чтобы заниматься сельскохозяйственным производством, они превращают ранее цветущее сельское поселение вот в такой лунный марсианский пейзаж. Экскаваторы не замирают ни на секунду. Да, экскаваторы гремят. Это, земля трясется буквально. На проходной водители что-то передают охранникам. То ли деньги, то ли накладные. После этого их пропускают внутрь. Вы их за 2000 машины завозите сюда или как? Я не знаю. Песок, по словам экологов, вывозят на соседние стройки и там продают по 40 тысяч рублей за машину. Тем временем у жителей соседних деревень вода с участков стала уходить в бесчисленные котлованы песчанного карьера. Карьер-то находится рядом с деревней с нашей. Прям вот сколько, 100 метров? 150. У всех скважины, колодцы. Вода уходит. Туда беспокоимся, да, в карьер. Администрация Солнечногорска присылала комиссию. Установили факт незаконной добычи. Материалы передали в областное министерство экологии. Но новостей оттуда пока нет. А работники карьера добровольно останавливать технику не собираются. Нет, вы никто! Да, вызывайте милицию. Полицейские тоже приезжали, составили протокол и уехали. А нелегальный карьер продолжает работать.